покупками в среднем 2 раза в неделю. Наша семья состоит из 4 человек, поэтому довольно часто приходится ходить в магазин. Покажу вам наши цены. Продукты в Австрии намного дороже, чем в Казахстане. Но если вы пойдете на рынок, то там такие же цены, как и в Казахстане. Хотя, безусловно, здесь уровень жизни совершенно другой и зарплата повыше. Keine Straßen dann mehr. Mm-hmm.